Здравствуйте, товарищи! Мы находимся теперь на пляже Дугит, его южная часть, сектор номер 20. Команда Вильсонов в полном составе. Ну, давайте послушаем их тоже. Угу. Высказывайте все, что вы думаете, сектор, соревнования, соперники, погода, все, что в голову придет. Да я скажу. Давай. Ага. Соревнования прекрасная, организация на высшем уровне. Рыбу не подвезли только, а так нормально. Да, судейство тоже молодцы, все вовремя, все отлично, вообще никаких претензий. Только... Спасибо, Майя. Спасибо, Майя, это точно. Да. Ну вот. Сектор, ну, южный берег, да, попался, как бы левый край вообще молчит, мертвый, коса идет, работать да, долго приходится. Косы. Да. Да, коса уходит слева. Вообще не работает сектор. В нее упирается рыба, получается, с той стороны. Да, и обходит. Да, обходит. Обходит косу, а там соседи останавливают, та, что с той стороны идет. Команда сильная рядом, они получается закормят. Но они чуть ближе кормят. Карасики. А, извините. Да, они кормят 110, правда, но не так далеко. Но все равно, как бы, да, бросают за пятно. Мы ушли как бы подальше кормить, но это не помогает. Они рыбу все равно нам останавливают. Тёма вот. Смотрит. Ага, Артём, Тёма, привет. Привет. Сейчас мы... И до тебя сейчас доберутся. У него я уже был. Да? Брадекс я уже сделал. Ну, получилась отличная тренировка на дальность. Мы рады. На физическую нагрузку, на время длительную. Потому что давно мы всегда попадали на сектора, где далеко не приходилось работать, как правило. Уже пару лет. Пару лет, да. Да. А сколько у вас здесь вы сейчас работаете? Мы кормим 125 большими и... Ловим дальше? За, ну, 160-162 вот так вот ловим. Кто нам сейчас жаловался мне Аджват? Потому что у него не хватает физических возможностей достать. Тут иначе гонять. Просто, да, бесполезно. А на ближнике у него там тузики по 500-700. Ну да. Да. Так у нас даже там, ну, вчера весь день не зачеты. Мы 6 карпики. Да, 6 карпиков 920-930 грамм. Не считая усачей. Ну, усачищи такие попадаются. Кабанищи. Да, здоровенные. Желтые. До 3 килограмма желтые. Ну, это же румыны вызывали судей. Нам это знакомо. Да. Вызывали судей на карпа, пытались, пришлось даже мента вызвать как свидетеля этого, ну не свидетеля, а как эксперта. Эксперта, который показывал как бы задний плавничок. Смотрите, ребят, видите, где у него плавничок? И на нем карпа, он вот такой. Да, и на нем еще нету этой терочки, пилки нету. Пилки нету, да. Да, нету этого шипа. Вот так сразу отличать можно. Не, ну в принципе даже просто по ширине плавника. По ширине плавника видно, да. Он когда крупный, как бы, то и плавник большой, и кажется, но все равно не тот. Ну не тот, да. Не, ну он... Реально, он похож. Очень похож. Очень похож. Да. Особенно, когда он большой, да. Ну, начинаешь смотреть, ну, как сазан. Ну, да, вот да, очень на сазана. Попались там два уже таких, прям желтых. Вот реально карпы, да. То есть, так, если по темноте брать, особо не светить, то можно и перепутать. Подписываешь серьезно. Карпы. Ну, нет, уже мы опытные. Да. Кстати, вопрос задавали многие, а почему интересно усач? Действительно, не считается карпом. Это семья карповых, в принципе. Карпы. Да, это семейство. Да. Но почему-то туда вписали толстолоба, которого никто не ловит. Амура. Амура. Ну, амура таки ловят. Да. Да, но толстолоба. Угу. На карпфишинге. Угу. Я тут не помню на соревнованиях, чтобы где-то был толстолоба. Никогда. Поэтому вот можно вычеркнуть толстолоба, а вписать большого усача. Да? Как вот команда там, у них один участник выбыл по состоянию здоровья, карпануться. А, да? Да, ну, плохо себя почувствовать, они его отправили домой, а вместо него зашел другой. Ну, так и здесь. Да, ну, да. Толстолоб себя плохо почувствовал. Его пришлось вывести. Да. И вписываем вместо него. Желтого усача. Ну, там, кстати, будет поднять этот вопрос. Вот чисто мне просто... Смотрите, я вам скажу так. Вот усачи, которые вот европейские, которых мы видим, да, в Англии, да, да, они да. не похожи. Они совсем нет. другие, совсем да. другие. А эти действительно... Морда не та. Очень похожи. Здесь похож. Не похожи, блин. Точно карповое семейство, да, очень похоже. Тем более, как уже многие считают, что они тут за это время успели... А, гибрид. Видно, оно да, как бы похоже на гибрид. Скрестились да. уже как бы карпа... Карпачи. Вот. Да.
усачи карпачи. Карп зеркально чешуйчатый усатый. Не, особенно да, крупно чешуйчатый, действительно, да. Очень похож. Цвет очень похож. Особенно когда он крупный. Надо присматриваться, чтобы понять, карп это или нет, действительно. Ну, ладно, подумаем над этим вопросом. Это будет, конечно, смешно зарубежным командам слушать, но. Ну, у каждого свои реалии, да. А то, типа, можно ли считать карпом венгерского, который круглый? Или румынский их называют. Ну, да, румынский, да. Вообще на карпа не похож. Это сковородка плавает. Ну, да. Ну, считается? Считается. Да. Ну, расскажите еще что-нибудь интересненького про ваш сектор. Ну, вы расскажите, я пойду покормлю. Давай. Надо работать, потому что... Время уходит, да. Да. Надо покормить. С логистикой, конечно, повезло на этот счет, но лучше бы не было логистики, но рыбка была. Была бы рыбка. Да. Берег чистый, все хорошо, все аккуратненько здесь. С погодкой повезло. Погода вообще... Или не повезло. Или не повезло, хотя бы все предыдущие дни относительно. Но опять же, ветер был не наш на этом берегу. Да. Если он вообще был. Два дня штиля до этого был, но не наш все равно. Так и это очень сразу ощущается. Да, во многих секторах ветер это... решающий фактор во многом. Да, да, да. И там, где он не дует или дует не туда, там просто... Ситуация совсем не та. Да, к сожалению. Ну, мы это видим по многим секторам. Тот же Хукок, тот же Амун ваш. Угу. Я же там снимал ваше дерево. Но оно сейчас гораздо ближе уже, оно, слава богу. Оно вообще 2 шага от берега. Да, да. У нас оно было 15 метров в воде. Вода отошла, повезло, а то бы было тяжелее там работать. Но тоже рыбы нет. О, мы попросили, да, за корм. Покажем прямо в эфире. Скорее можно, у них тут похожи тренировки, они все время тут летают. Да, вчера тут кружляют. F-35. Да, и вертолеты крутились. А сегодня и разведчик тут высоту набирал. И потом ушел к соседям. К соседям? Да. Кормить соседний сектор ушел. Беспилотник. Да, у вас тут туалет рядом. Туалет рядом. Нет, относительно сектор идеальный, да. По логистике, еще вот, да, рыбки чуть-чуть больше, вообще было бы красиво. Что у вас сегодня что-то было? Сегодня мы сдали 2 рыбки, 2,5 и кило 750. 325 и кило 700. И есть у нас уже мешочек с зачетной рыбкой. Потихонечку подлав. Если вчера это все были не зачеты, сегодня это хоть уже потихоньку переходит в зачеты, но тем не менее сегодня с утра мы уже 3 карпика взвесили незачетных и несколько усачиков, но усачи были похлеще карпиков этих. Такие красавцы. Да. Причем один горбатый, видать, с детства поломали его. Усач. Хермон Тим позавчера они взяли вот того самого карпа. А, горбатого. Да. Который со сломанной спиной. Да. Вот у нас сегодня усач такой был. Я им сказал, что это... Ну, я его не видел как бы тогда. Я сказал, что по описанию это тот самый карп, которого мы уже ловили 3 раза на соревнованиях на западном берегу. Да, да. Когда он был, правда, поменьше, чем сейчас. Мигрировал сюда теперь. Вот я тоже... У вас усач, а то все-таки был карп. Нет, тот карп, да. Мигрировал на этот берег. Нет, Хермон там сидит. А, они там сидят. Здесь сидят Роял и пираты. Точно. Так вот, они там. Так они его там и дома и поймали. Да, они меня попросили поискать эту фотографию. Она где-то есть. Надо найти на форуме. Да, была, когда я помню. Когда он еще молодой был совсем. Вот 2 раза мы его точно ловили. Может быть, его поэтому и рыбаки даже обычные не берут. Думают, больной какой-то. Ну, смотришь, какой-то он неправильный. Да. Обратно. Вот потому он и выжил. Да. Так что выгодно иметь удостоверение инвалида. Нет, худо без добра. И костыли. Как бы, да, у нас осталось практически сутки без Да, у нас остались сутки, грубо говоря. Пока, продолжаем работать, кормим. Сейчас вот кормим много. Ну что, очень много мелочи, которая чистит моментально сектор. Да, она съедает. Тут было к пацанам не сейчас, раньше приезжал знакомый с Эйлата с камерой подводной. Они накормили,
И этот парень опустил камеру. Она там поворачиваться может. То есть, слышал эту историю? Нет, не слышал. Это вот с Валерой как раз к Костику приезжал. И опустили камеру на место закорма буквально через короткий период времени. Камера там обнаружила только несколько орешков, ни кукурузы, ни семки, ничего не было. И в камеру, прям в объектив, мушты уже бились и спрашивали, ты кто такой тут? Не, не кукурик. Еще давай. Еще давай. Можно добавить. Да. Так что на природном большом диком водоеме как бы много прикормки не бывает. Да. Да и вот эти штузики тоже все там подчищают. А ты что, он вываживает, что ли? Да, да. Юкилис. Юкилис вываживает. Брось каку! Угу. У них 4 члена команды вообще-то. И один черненький. Ага. Мы не расисты, нет. Афроизраильтяне. Да. У этих, у Carp Life, у них закончилась прикормка. Ого-го. Не рассчитали, ребята, что здесь надо кормить. Ну да. Так что... Ну, он сказал, это правильно, это опыт, это то, что как бы они бы никогда и не подумали, если бы не столкнулись с этим в реальности. Ну да. Теперь мне уже, что надо иметь хороший запас. Это да. Тут надо иметь запас грузил, что не знаешь, какой сектор. Конечно. Купили. Запас, скажем, оснасток типа сефати, потому что инлайнеры в таких местах это... Ну и разные варианты лесок, да, тоже. Да. Ставить более тонкую на дальний заброс. Да, да. То, что было на, вчера на Амнуне. У лидеров, когда я был, ну, Рома там мимо проходил, да. Мимо проходил такой всякий. Вот, так он и сказал им, ребята, как бы, ну если вы видите, что вам надо на дальняк уходить из Лукадоня, ну так поставьте 0.21. Ну да. А как мы вываживать будем? Ну, это уже ваша проблема. Ну да. Вы, как хоть вы... докинуть смогут. Нам это... пришлось тоже уйти на 215-ю, 0.20, 0.2.15. Да? Ну, у нас, да, вот рабочая точка 162 метра получается. Сколько она дает вам прирост, как бы, ну, по забросу? Дает. Дает? Ну, у нас, как бы, мы, в принципе, приехали заряженные с 0.33 леской. Покупку мы были уже, как бы, так сказать, готовы. Угу. Там были... Тут тоже, правда, очень коварные бровки, но из-за дистанции все равно нет выбора. Вот утречком рыбка вот эта... За трешечку уже так кроет носом, пришлось залазить на стол, чтобы поднять ее с бровки. И то с третьего раза. 3 раза давали ему отойти, и только с третьего раза смогли его перевалить через бровку. Он их усач. Усач. Ну это да, тут постоянная история. Ну, у пседер усач был бы карп в прилове. Ну, они рядом ходят, да. Там есть шашки, да, там да. И карп. Но на это и расчет остается. Ну что получается у нас, если вчера у нас, допустим, где-то на 5 незачетов был один зачет, сегодня это еще большее количество незачетов выросло. Ну дай бог, ну, хоть уже... Привлекли большее количество населения, как бы, потому, да, что... да. Будем надеяться, что там где-то ходят родственники. Конечно, мы поджидаем. Мы их отпускаем, просим, чтобы позвали хотя бы уж не бабушку с дедушкой, но папу с мамой. А вы наливаете? Ой, за вот это да. Надо же налить было. Надо же было стопарик в рот, и чтобы мы там... Ну, вот следующим. Ну, хорошо, ладно. Так что, работаем. Сейчас тоже пойду помогать брату кормить. И мы не теряем надежды. Работаем. Спасибо. Погода поменяется еще. Да, вот сейчас, кстати, к вечерку может быть ветерок перед дождиком раздует, и все может... Пока ветер был, вот еще что-то ловило. Еще что-то и клювало. Все, отрезало. Ветрозависимые сектора это называется. Да, да. А у нас таких очень много, угу. К сожалению. А у вас, да, какая глубина? 4. Ну как, смотря где? Ну, самая дальняя. Самая дальняя... До 5, но вообще 4 метра плата. 4 метра тут плата, а потом уже скат идет. Ну, с такими каракушечными бровками, очень острыми. Потому что мне вот жалуются те команды, у которых на их дальности заброса там получается 2,5-3 метра. Они считают, что там рыбы вообще никакой нет. Ну, почему? На той стороне они на 2,5 и ловят, в принципе. Что я тебе скажу? Да.
Надо же уметь объяснить свою неудачу. Да, это точно. Мы настолько профессиональны, что всегда найдем причину, которая не дала. Максимум обвините Авитон. Первый раз. Все не так, и сектор не тот, и погоду не подобрали. Организаторы молодцы, и группа активная, которая помогла разбить сектора, действительно, реально хорошие. Ребята, вы тоже в эту группу ходите. Да. Правда, к вам замечание со стороны команды CarPro от Василия Халичу. Он сказал, почему меня не включили в эту группу? Я бы им сказал, что дугит брать вообще нельзя. Ну, я, правда, спросил, что он предлагает взамен. Ну, да. Ответа у него не было. То есть, я говорю, что вычеркнуть это без проблем. Конечно, а что добавить? Заменить чем? Вернуть Суситу. Это точно. Поставить третий сектор на Хукоке. Да, да. К сожалению, при такой высокой воде у нас очень маленький выбор. Да, вот когда вода отойдет через годик, мы надеемся все-таки, что этот год по-любому, судя по всем прогнозам, он не будет не такой дождливый, да. Два предыдущих. И снега не так много выпадает, опять же, меньше будет идти. То есть, и мы продолжаем давать воду Иордану. Да, да. Поэтому как бы есть шанс, что это, вот, даже вот сейчас вот видно, как вода уходит. Да. Четко видно, что она уже за время соревнований уже отошла. Да. Так что через годик, возможно, появится больше секторов, может быть, шизах, они же вот там чистят, там деревья срубили. Может быть, там появится пару секторов. Хорошо там будет. Всегда было неплохо. Там всегда было неплохо, да. Рыбка любит те места, да. Как ни крути. Ну, кстати, там тоже мелячок и тоже нормально. Да. И тоже всегда хорошо, да. Несмотря на мелко. Да. Поэтому такие доводы, что обязательно даже 6 метров, может быть, в каких-то местах, да, я не знаю, в определенных местах, может быть, 6 метров, это хорошо. Но этим невозможно оправдать. Ну, в принципе, да, да. В тех секторах, где нет этих 6 метров. Да. Ну, почему? В общем, работаете. Работаем, да. Спасибо. Как говорится, спасибо всем, кто смотрел. Поможете. Да, всем привет. Всем привет. Удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь. Следующая команда у нас Карасики. Карасики. Я у них вчера был, но стрима там не делал. К ним там журналисты, да, приходили. Потому что не был журналист. А, к нам вчера с телевидения приходили тоже. Да, 24-й канал, Пьер. Был такой. Да, вот. Но он прикольный, конечно. Один там у них, по-моему, араб вообще. А, оператор, а, водитель. Да, оператор, да, он водитель-оператор. Да. Потому что с ним мент начал на арабском, то он ему начал на арабском и отвечать. Ну, хотя в Израиле это не показатель. Ну, да, да. Арабский в школе учат. Марокканцы с детства, что же его знают. Йеменцы, тунисы и так далее. Да, да. Вот. Ну, посмотрим. Скажем, этот сказал, что его сюжет выйдет не на Израиль. Он выходит на зарубеж. Они транслируют во Франции, в Италии, в Англии и так далее. Он сказал, что сюжет будет на английском языке. Но когда он выйдет, он его нам, естественно, пошлет, чтобы мы могли им поделиться. А этот Моше из Аарец, он обещает хорошую статью. Потому ну, супер. Человек впечатлился, да. Человеку очень понравилось вообще все это. И люди, и он просто другой мир совершенно. Ну да. Вот он мне там каждый день пишет там. Я не стал ему говорить, что у нас как бы не совсем принято. Ну, ладно, все желают бацлаха, ну что уже делать? Ну да. Будешь же их. Это как когда-то у меня, я работал в религиозной еврейской организации, кошерной, как бы, да, и ко мне в гости пришел один из наших израильтян. Ну, моя мама без всякой задней мысли, там, бутербродики с колбаской, с сыром, там, на стол. Я говорю, мама, что ты делаешь? Ну, это что такое? Человек, гость пришел. Я говорю, так гость молочное, мясное, вообще, что творишь? А он мне сказал, что ничего, все нормально, типа, потому что она же не знает. Ну да. То есть она же это делает не специально, чтобы нас как бы обидеть. Поэтому, говорит, здесь все нормально, как бы я это есть, естественно, не буду. Но, говорит, даже если бы я это съел, это не был бы мой грех. Да, да. Потому что я не знал, что это не кошерно, а она не знала, что мне нельзя это есть. Да. Поэтому здесь то же самое. Говорят, бацлиха, ну, получили расписание. Все, всем, ребята, всем пока, до следующей команды. А нам скоро надо собирать судейский лагерь. Мы сваливаем Ренгев сегодня. Ясно. То есть нам дали разрешение на зал, в нем ночевать. В нем и приобрести, да. Да, нет, и ночевать там.
Ну все, ну что, да, лить будет всю ночь, поэтому, по идее. Поэтому, да, мы решили, что мы сейчас соберем лагерь и переедем жить на эту ночь. Ну, правильно, правильно, о чем учиться. Чтобы не водить туда-сюда. Уже. Да, и потом мокрое таскать зачем. Совершенно верно. Ну, а вам, ребята, я помочь не могу, к сожалению. К водяному. Все, пока. Пока.